Здравствуйте. 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 Привет, Паша. Саша. Ну что, когда в Саранск уже готовится? Mm-hmm. Когда едем в Саранск? Уже завтра. А к Нижнему Новгороду? Тоже готов. Ну расскажи, какие у тебя ожидания вообще поездки? Вообще расскажи, ты на сборной России сколько раз бывал? Или это вообще первый раз, может быть, у тебя? На сборную России Корея раз, Бразилия два, Аргентина три, Саудовская Аравия четыре, Турция пять. Локомотив. Все июля. Колумбия, Англия, чемпионат мира. О, сборная России. Россия-Корея. Локомотив. О, Реал. В Лужниках был. Если уроки не сделает, на футбол пойдет? Пойдет. Да, я не строгая мама. Я знаю, что есть увлечение. Он сходит, он потом это сделает. Вы знаете, что он ищет? Нашел, да? Реал. А, вот какой он. Реал? Барселона. Счастье. Ну, можно перепутать здесь. Так с Барселоной Реал все правильно. Все верно. Это билет, он долго. И как мы туда попали, загадывали желание Деду Морозу, чтобы обратиться к Деду Морозу. Очень хотел туда попасть, увидеть там живую Месси, Рональдо. И вот 2 года его мечта там. Где-то там Дед Мороз думал, и в итоге в 2018 году все-таки подфартило нам съездить в Барселону и попасть на Эль-Классик. Там я купила футболку Месси, еще вот как раз флаг уже мне этот, который упал, подарили уже, когда я на трибуны Камп Ноу зашел. Еще возьму всякие рожки там сборной России. И флаг этот не забудь еще. Да, у нас атрибуты все есть. На чемпионат мира ходили. Поддерживаем Россию. Да? Да. Флаг еще не забудь. Сейчас я соберу, не переживай. Кипон не надо? Да. Все, надо, там жарко будет. Оба. Самое важное, чтобы мы это все убрали. Мне кажется, у вас больше Саша, да, решает про организацию поездки, вам только нужно вот сесть за руль буквально, да, и довести. Ну, конечно, все, да. Все сам делает. Да, потому что ребенок этим увлечен. Я люблю футбол, но не настолько. А он все знает, он отслеживает эти все даты. А начал я любить футбол в 2015 году. Тогда меня повели родители на матч ЦСКА Мордовия. ЦСКА тогда 4-0 выиграл. И
До этого я боялся шумов. И на Мордовию мы пошли в наушниках, в большой шапке. А после матча я снял уже наушники, перестал шумов бояться и так пришел к футболу. Я теперь на стадионах веду себя спокойно. Это раньше я мог испугаться пространства стадиона, там, трибун, поле, крика болельщиков. Ну, раньше мы не ездили в связи с тем, что не было, ну, просто доступности, то есть не понимали, как можем попасть. Но сейчас чувствуете, что идет положительный момент, это прогрессивная работа, видна, да? Да, потому что, допустим, Саша уже двух ребятишек в классе на футбол подсадил. То есть мы передали им свою информацию, да, что знаем, как можно попасть на этот там матч, или как вот сюда попасть, то есть дали какие-то ориентиры, потому что уже прошли эти тропы. Они уже другим людям передали, ну это, говорю, сарафанное радио. А сейчас РФС, там, я не знаю, уже отлично можно зайти на сайт и увидеть, там, маломобильные, ребята, обращайтесь сюда. Какие, давайте прогнозы, ну про Сан-Марино я понял, да, Саш, 4-0, победа над Сан-Марино, да? Да. Так, и... матч с Кипром. Тут какой счет? 2-0. Все. Вперед, Россия! Уважаемые болельщики, мы рады приветствовать вас на стадионе Мордовия-Арена. Сегодня состоится матч между Россией и Сан-Марино. Как решились так взять и поехать? Расскажи, как у нас так все получилось. Я 8 июня должен был еще в Евпатории, в Крыму быть. Но так как я не поехал в Евпаторию, мама решила свозить меня в Саранск. Так как у нас ЧП вышло и мы не поехали на курорт, мы решили сразу поехать и в Саранск, и оттуда в Нижний. А как вообще сразу поняли, да, что на машине поедете? Ну да, во-первых, потому что мы маломобильные, и для того, чтобы там организовать, там поехать на РЖД, там как-то до станции добираться, то есть, ну тяжело. Чужой город, то есть не знаем, там где снимем жилье, там до стадиона, поэтому поехали на машине, и нам не привыкать ездить там по стране на машине. Я так понимаю, да? Ничего, друзья. Так, кто-то уже выложил что-то в Инстаграме. Россия!
празднично, торжественное событие для города. В Нижнем Новгороде мы приехали, мы там, конечно, и по городу гуляли, на стадион приехали, доступно, то есть там с указателем, то есть мы приехали, ну, на стадион вход тоже не сразу нашли. Ну, где больше понравилось тебе, Саш? В Саранске, либо в Нижнем Новгороде? Везде. Но хоть... Понравилось, как в этот раз провели там маркетинг, да, наши ребята, наша команда с баннерами на стадионе. Что еще на стадионе было? Все трибуны делали флаг. Конечно, это все красиво, да? И на каждом матче был баннер нашей парни. Да, это, конечно, было празднично. И, наверное, чемпионат мира наших болельщиков получил балет. В Нижнем Новгороде я перед матчем с Кипром баннер делал. Россия вперед. Красил. Да, и футбол мы там сделали Нижний Новгород. То есть какие-то мастер-классы были. Ну давай прям подытожим. Ваши планы, твои планы. Куда едешь в следующий раз? Лужники, мы поняли. В сентябре куда мы едем? Казахстан. Калининград. Калининград. Или папа, или мама. Октябрь тогда получается куда? И в Питер. И в Питер. Там 2-3 дня разница. Ну и... 10-е, да, с Шотландии и с Бельгии. Все, решили. 9-е. 10-е Шотландия, ну Бельгия, наверное, чуть пораньше. Ну, то есть сентябрь, это не важно. Болеть за сборную. Все, давай.